Для тебя долетит эта сонета через всю планету, знай я. Достойный май в лучах мерцает по ночам. Здравствуйте, дорогие наши зрители. Может быть, будущее наша дочка или будущий наш сын. Я не знаю, я не могу подобрать слова, потому что я, наверное, настолько искренне счастлив, то, что я узнал, что моя самая любимая девочка беременна. Я очень-очень ждал того момента, я не знаю, блин, это просто круто. Это просто классно. Ты чё там? Я не могу. Ты тоже плачешь? Ну, блин, я не знаю, я уже давно не плакал, мне очень как-то, мне очень приятно. Сколько ещё у нас времени? 23:14, не дождались мы, короче, утра. Я, точнее, уговорил маму, мою любимую, сделать тест. Мама, сегодня мы с мамой переписывались, она говорила, то, что сделайте утром, лейкоциты, они по-любому там, вот ты сейчас смотришь, да, мам, твой сын, да, мы скрыли от вас, скажи, что мы скрыли 3 месяца, только рассказали на 3-й месяц, вы будете смотреть потом это видео и говорить там. Сегодня, еще раз, какое число сегодня? 18 декабря. Сегодня 18 декабря 2017 года. Моя заплатка. Будет буятие. Пузе у нее будет такое. Я хочу передать большой-большой привет нашему будущему малышу. Если ты нас сейчас смотришь, мы твои мама и папа. Я даже не знаю, как это... Ну, блин, сын или дочь, или может быть вообще близняшки там или двойняшки. Мама у вас неразговорчивая, вот, а папа, он всегда веселый. Он пытается веселиться, как-то старается для вас, будет стараться для вас. Но вы потом посмотрите это видео, может быть, когда он будет там 10-7 лет, я не знаю. Когда постарше, это? Мне кажется, постарше. Лучше постарше? Ну, когда вы посмотрите это видео, вы скажете: «Батя, что ты делал? Зачем?» Но я обещаю, то, что для вас я сделаю все самое счастливое в этой жизни. И у вас все будет хорошо. Я вас очень сильно люблю. Кто сейчас смотрит? Я даже не знаю, кто у нас будет. Ты кого больше хочешь? Девочку. Девочку? Я мальчик. Мальчик Макар. Если ты меня слышишь, Макар, если ты меня смотришь сейчас, то Макар. Доча, привет. Передай дочу привет. Я не могу. М? Я говорю, я не могу. Почему? Мама стесняется. Папа всегда разговаривает очень много. И да, не подумайте то, что я сижу в кепке. Я люблю очень много кепок. Будет хорошо учиться, я думаю. Потому что я сам был двоечник. Ну, мама у вас тоже как бы не отличается этим. И я ее подъемным краном поднимаю каждое утро и говорю: я, давай, иди, учись. Ну, ко второй пойду. Да? Балба. Ты балба? Хомочка. Ты хома? Скажи. Да. Я не знаю, что еще сказать. Я очень сильно рад. Всем, кто нас сейчас смотрит, приветики-минетики. Ой! Я же не в своих видосах. Ладно, шучу. Никаких приветиков-минетиков. Серый, тебе сейчас ты смотришь. Вот сейчас ты смотришь по ту сторону времени. Ну, сколько тебе там? 30, 40, 50 уже. Блин, знай то, что ты проводил классное время. И я нисколько не жалею о всем
что случилось, что было, что будет и так далее. Надеюсь, ты там в будущем стал классным, богатым, переехал в Москву наконец-то с этого долбанного Саратов. Мы с Яной переехали в Москву, наши дети учатся в московских школах, и все классно. Так что привет, Серый, и смотри, да. Может быть, тебе когда-нибудь стыдно за себя, то, что ты такой фигней занимался. Но, енок, ну скажи, пожалуйста, передай себе хотя бы привет, когда ты будешь смотреть. Я, мне кажется, не буду смотреть. Не будешь? Почему? Мне будет смешно на себя смотреть. Да? Угу. И Ян. 40-летняя Яна или 50-летняя Яна? А может быть и не 40-летняя. А сколько тебе там будет? Ну, может быть, лет 30, например. Или 35. Ну, а когда-то тебе будет 40-50? Ну, когда-то. А, ну, да, если потом еще смотреть, то да. Ну вот. Мы же записываем на много-много-много лет. Где твои козявки? Короче, вы там старперы. Мы здесь, мы отдыхаем. И все классно у нас. Понимаете? И все будет у нас круто. И я все сделаю для этого, чтобы было у нас все хорошо. Инок, давай, последние слова, и мы пойдем чай пить. Я не знаю, что сказать. Очень счастлива, очень рада. Давай скажем то, что мы друг друга любим, и кто нас сейчас смотрит, тоже любим. Давай, раз, два, три. А мы друг друга любим. Нет, давай, мы друг друга любим и любим... Тех, кто смотрит. Да, и любит тех, кто смотрит. Мы друг друга любим и любим тех, кто смотрит. Давай, раз, два, три. Мы... Мы друг друга любим и любим тех, кто нас... смотрит. Нет, кто нас смотрит там. И пальцем показывай. Давай. Мы друг друга любим и любим тех, кто смотрит там. Все, всем чао. Пока. Тортика да хочет. Будет, ладно, тортик. Да. Вот, ребятишки. Мартышки. 23-22. У Яна аж телефон из рук выпадает. 23-22, понедельник, 18 декабря. Вы узнали? Ты что? Моя холмочка. Будет скоро пузата. Пузятия будет. Пузятия такая. Мне еще долго, конечно, предстоит мучиться. Выслушивать ее капризики. Но я готов потерпеть всего 8 месяцев. 9? Ну да, 9. Буду ее любить, целовать. Буду уже присматривать колясочку. Колясную какой-нибудь. Ну, шара. Потом. А, ну потом, да. Когда мы уже узнаем, кто будет? Либо на дисках, либо розовый с цветочками. И с бантиком. Ты главная, найди.